Всем привет! На сегодняшний день подготовительные работы на данной квартире можно считать завершенными. За это время подключено электричество, которого вы ждали дня два, наверное. Брошено временное освещение. Затем установлены водосчетчики. Два здесь и два в кухонной зоне. Установлена раковина. То есть необходимо, ну, скажем, уголок для отдыха и перекура. И самое важное, завезены материалы. Это профиль, сухие смеси, сибит, из которого будет изготавливаться перегородка, закладываться. Изготовлены два козлика из бруса, который тоже был приобретен. Брус сырой, правда, тяжелый, но вариант других нет, поэтому. Все уже готово к тому, чтобы приступать к отделочной работе. Общие расходы на сегодняшний день составили 60 тысяч. Это с учетом доставки материал и оплаты работы грузчиков. Но это самые первые расходы. Дальше будут еще больше и еще больше. Ну, на этом все. Пока.